Друзья, всем привет! Вы на канале ДТВ. И, друзья, у нас открыта рубрика Nintendo Switch на канале. Вот. Будет у нас вот здесь на главной странице. Заходите. Будет Nintendo Switch. Плейлист огромный. Значит, у нас распаковка уже есть. Nintendo Switch. Смотрите видео. Также аксессуары, которые мы покупали про Nintendo Switch. И, соответственно, дальше пойдут все видео здесь. Там про контроллер пробуют. Сегодня мы поговорим о Nintendo Switch, прошитая версия. Вот здесь у нас в данной версии находятся три системы. Это Linux, Android и, соответственно, Nintendo OS. Итак, давайте мы сейчас посмотрим с вами и все увидим. Смотрите вперед видео, и будет очень интересно. Не забывайте, главное, ставить лайки, подписываться и ставить колокольчик, чтобы не пропустить наши видео. Потому что мы стараемся для вас, и дальнейшие видео на тематику Nintendo будем снимать именно только для вас. Итак, у нас вот док-станция есть. Так же, как и на той версии, которая была у нас Nintendo Acrossing, да? Помните такое? Здесь мы также через док-станцию включаем все наши кабеля, провода, HDMI. Это я на всякий случай хотел жесткий диск сюда подключить в виде microSD на 512 гигабайт. Но что-то вот он как-то его не видит. Расскажите, друзья, можно ли использовать и как это делать. Если можно, мы тоже, если кто-то подскажет, мы снимем видео на эту тему. Вот. Ну и, соответственно, адаптер через Type-C идет в розетку. Так, здесь у нас все стандартные док-станции и, соответственно, наша Nintendo Switch. Вот она, Nintendo-чка. Давайте мы сейчас ее поставим и включим. Так, вот она. Давайте мы посмотрим со всех сторон. Мало ли кто-то не видел, смотрите предыдущее видео, да, там, где, соответственно, мы покупали набор 6 в одном для Nintendo Switch. Вот. Видите, никаких разводов, ничего не осталось на стекле. Видите, никаких разводов, ничего нет на стекле. Вот. Все убрано. Итак, давайте мы сейчас включим, я вам покажу, какие здесь есть у нас системы. Значит, стоит здесь кефир. Значит, это чипированный у нас вариант Nintendo Switch. Итак, давайте я, наверное, свет поменьше сделаю. Вообще уберу его. И мы его развернем немножко вот так. Итак, смотрим наше меню. Значит, какие у нас здесь есть варианты? Значит, стандартный вариант через атмосферу, да, это прошито. И full stock. То есть это родное, да, непосредственно уже идет. Вот, давайте мы сейчас вернемся в предыдущее меню. Значит, здесь у нас система Android стоит и система Ubuntu Linux. Вот, значит, под нее я через Bluetooth использую такую мышку. Переключаем вот здесь на Bluetooth. Вот, и заходим в Ubuntu. Давайте-ка мы сейчас с вами зайдем. Вот она грузится у нас. Качество здесь хорошее. Давайте зайдем в браузер на всякий случай. Здесь, правда, отсвечивать немножко. Да, здесь перед каждым вхождением нужно вводить обязательно пароль. Это реклама. Всем привет, друзья! У нас сегодня в распаковке специальный чехол для Nintendo Switch, купленном в Алиэкспрессе. Вот. То есть мы можем под видео, где я покупал, как вы видите,
переходите по ссылочке, обязательно будут скидки для вас. Значит, такой набор, набор только чего стоит 900 рублей. Значит, давайте мы посмотрим, что у нас. Весь экран мы можем смотреть наши видео. На Nintendo Switch мы можем смотреть, видите? Какая красота. И сразу давайте мы сейчас их... Ладно, и давайте сразу все покажу. Значит, так, чихом для джойкона. Дальше. Type-C. Так, давайте перейдем сейчас. Зарядка. То есть, когда он чихает, просто значит, будет это... понимать, что он помещается в двух станциях. Закрываем. Ну понятно, здесь можно также играть в игры. Через софтвер можно все это дело устанавливать. Вот куча здесь программ, игр, чтобы вы понимали. Здесь games. И так далее. Давайте, ребят, сейчас с вами перейдем на Android. Для этого нам нужно перезагрузиться и нажать минус. После перезагрузки. Вот, вышли мы опять в этот режим. Нажимаем Android. И заходим, ребятки, в Android. Или на месте. Управлять уже. Там. Вот смотрим у нас. У меня версия Android TV я поставил специально. Как вы видите, здесь есть Market, Play Market. Давайте зайдем. Ну, вы должны понимать, что здесь можно в принципе установить любую программу. Скачать ее с компьютера на ПК-шный файл. И, кстати, Nintendo Switch через док-станцию очень хорошо видит флешку, отформатированную на 64 даже гигабайта. И через нее я устанавливал HD Video Box программу, где я фильмы смотрю. И можно также скачивать, соответственно, игры. Итак, делаем назад. Значит, давайте я вам покажу, что можно телевизор смотреть. Потому что многие еще спрашивали, как смотреть телевизор на Nintendo Switch. Задание на дом. Сделать макет Солнечной системы. Открой Alpine Gold. Пропускаем рекламу. И у нас, как вы видите, куча каналов здесь. Дорога в пригороде Екатеринбурга. Грузовик не вписался в пролет. А в Нижегородской области два жилых дома разорвало из-за провала грунта. Можно. Часть построек упала во враг. Выбирать каналы. Вышел на игру со строем победить. Россиянин Аслан Гаразов обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. С кем же встретится он в финале турнира в Украине? Лидер ЛДПР Владимир Жириновский награжден орденом. Бухой попытка военного переворота. Новый издатель неудавшегося покушения на президента Беларуси сообщил. Так, давайте я вам покажу HD видеобокс, где можно бесплатно смотреть фильмы. Так. Давайте, что нам включить?
Пару секунд я вам просто покажу. Давайте. Сейчас мы посмотрим. Трейлер. Так, это... Сейчас трейлер почему-то запустился через YouTube, странно. Так. Ну да ладно. Все работает у нас, то есть мы можем также в браузер заходить. Да. Вот. Как вы видите, все хорошо. Давайте мы опять перегрузимся и зайдем с вами сейчас в стандартную нашу систему. Сначала в прошитую систему. Здесь еще также две системы: в атмосферу можно зайти и можно зайти в full stock. Это уже непосредственно, где можно играть в родные игры. Но давайте я вам покажу, что full stock у меня рабочий, не заблокированный. Работает также через кефир. Так, как мы видим, ну, цивилизация 6 инфо, это все через прошивку идет, а вот игра Animal Crossing и танчики, это понятно, что эта игра лицензионная идет, и они в нее, в них можно играть только через Wi-Fi через официальную версию. Вот давайте проверим World of Tanks, чтобы вы понимали, что Switch не заблокирован, также может работать от родного канала DTV. И мы сейчас увидим, что у нас будет грузиться World of Tanks. Мышка нам здесь не нужна. Правда, неудобно снимать и играть. Ну, здесь все понятно. Давайте выйдем на главную страницу. Простят меня игроки. Тинфол, конечно же, здесь работать не будет. Сейчас я вам тоже покажу, что вы убедились об этом. Тинфол. Он не будет здесь работать, потому что это понятно, что это официально здесь. И он блокирует ее. Итак, давайте мы еще раз перезагрузимся и зайдем уже с вами в неофициальную прошивку, да, где можно играть бесплатно в игры. Но нельзя будет играть уже через онлайн, как официальная версия. Итак, заходим в лаунч, атмосфера. Загрузка у нас идет. Давайте. У нас тот же самый, видите, как экран. Я вам также покажу, что в World of Tanks с этого теперь окна не зайти будет. Так как здесь у нас все прошито. Вот канал DTV также выберем. Не будет работать здесь. Видите? Здесь будут работать такие игры, как Цивилизация, то, что я скачал. Вот, давайте сделать цивилизацию, и она у нас загрузится, соответственно.
Здесь я захожу не на канал ДТВ, а на Uncut. Так, какой-то у меня получается по прошивке другой персонаж. И как мы видим, у нас все загружается с вами. Сейчас я вам покажу, как через TeamFall заходить. Видите, что можно закачивать также игры там. Ребята, видео мы делаем для вас. Не забывайте ставить лайки. Если вы хотите продолжение и более подробное, да, чтобы мы все это вот рассмотрели с вами, то подписывайтесь, обязательно пишите комментарии на эту тему. Хорошо, друзья? И ставьте колокольчик обязательно. Также смотрите предыдущие наши два видео, которые я вам показал про Nintendo. Очень много будет видео. В мире. Вот. Цивилизация. Давайте я заходить дальше не буду, чтобы время ваше не терять. Зайдем в TeamFall. Это то, что главное показывает, да, что мы можем. Напоминаю, у нас Nintendo Switch с чипом. Никаких сюда вставлять ничего не надо. Чип у нас прошит внутри непосредственно. Какие-то повреждения, видите, были. Что это такое? Сейчас проверим, друзья. Нормально все зашло. Значит, карточка, да, я забыл сказать, здесь на 256 гигабайт. Значит, карточку я покупал за 3000 рублей. SSD-шку. Ой, SD-карточку. Вот, в принципе, ее хватает. И чтобы в Андроиде находиться, и Ubuntu. И также вот в официальной, неофициальной версии играть. У меня еще, видите, осталось 90 гигабайт мест. Какую карточку я использую, я напишу под видео. Где я купил, тоже можете посмотреть. Главное брать больше 10 мегабит в секунду скорость, чтобы было. Итак, у нас загружается. Так, друзья, все работает у нас. Вот наши установленные игры, получается. Показывают наши источники. Куча новых игр. Давайте, не знаю, наберем для примера, что мы хотим. Нажимаем плюс. И через поиск. Давайте Mortal Kombat, да? Напишем слово Mortal. И у нас сейчас, я думаю, вот он Mortal Kombat. Давайте я его поставлю на закачку. Устанавливаем ее на SD-карточку. И пошла установка нашего Mortal Kombat. Процесс этот не быстрый. Значит, мы можем сразу выйти на главную страницу. И здесь, как мы видим, сейчас будет загружаться Mortal Kombat. Итак, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. Смотрите, пожалуйста, продолжение Nintendo Switch. Заходите в плейлист, он находится на главной странице. Удачи, друзья!